я зажимаю волосы, видите, как я зажимаю, с упором. И начинаю проворачивать. И видите, как я его забираю, и у меня тут уже не то. То есть вот этот момент, когда вы здесь делаете, вы, значит, уже постарайтесь использовать его. Не только, ну вот, к примеру, я вот запустил, видите, вот я оперся. Теперь я когда взял, вы видите, что получается? Вот он, я и забрал. А тут видите, как у меня уже под ногой идет работа. Понятно, да? Значит, или, значит, я беру вот за волосы, начинаю проворачивать, видите, как он, это бью. А это, да, нет. Или это уши. Я уши растягиваю, точно так же упираю, растягиваю и скручиваю. Одну туда, другую туда. Понятно, да? Вот, смотрите, видите? О! Это я буду бить. Но тоже раз нет, я уже его сбить. Скажет, тут могу отсюда. То есть, а как это будет? Ну, только пока сейчас, да? Только выбивание. Опа. Вот отнять оружие. Отсюда. Раз. Для того, чтобы вам сделать, и вы сейчас будете, смотрите, как оно снимается. Видите? Я, допустим, вытащил. Вот этой части, вот этой. Вы видите, я бью. И я бью свою руку. И я его бью. То есть несколько ударов. Но мы вам говорим о том, это как делается. Но сейчас у вас только одно. Вот в таком положении, видите, кверху. Сламываете его и приклеите. И я его бью. Вот это вам что надо будет для отнятия. А для того, чтобы выбивать, бью в эту точку. И бью в эту, и в него. Еще раз. Бью в третью часть сильной стороны ладони. Вот в таком положении. Не выбил. Не хватило силеночки. У меня локоть. Понятно, да? То есть у вас имеются последующие удары, еще раз, примерно в таком положении. Я бью на себя. О, видите? Но эти уже фокусы мы с вами куда дальше. Сейчас пока только отнятие в таком положении. Не хватает. Ударил, где пульс прощупываю, и бью в него стволом. Не толще. Вот где я. О. Видите, как она у меня выглядит. Вот есть укол, смотрите, видите, раз, откуда, и я. Вы видите, что сделал? И сажусь вместе с ним. Что это такое? И укол, и удар через рычаг. Вот что мы с вами должны понимать. Укол, видите, и я. Теперь смотрите, вы видите, что выполнил. Вы понимаете, какой большой рычаг и как он работает? Смотрите. Оп. Так, не знаю. Вот. Смотрите, я раз поставил, видите, направляющий. Специальных упражнений, законов, ничего нет, да? Значит, если помните, то есть это на меня накручивает. Вот автомат, видите? Раз. Еще где автомат? Да, еще.
Кушнер, у вас зеркало заднего вида работает. Надо все хранить,
Повернулся, поставил ноги. Сейчас видели, то, что вы подготавливали, оно должно срабатывать все время.
нормально. Начинаю скручивать вот отсюда, к примеру, видите, вот руки и опа, видите. И вот, вот именно как музыкант работает. Отсюда, видите, о, отсюда, продолжать. Отсюда я могу присаживаться, видите. Отдыхать. Я опять его бью. Опять он принял, защитился, и опять меня. Но это первый момент. Методом от противного я к этому уже подошел. А теперь смотрите, я только ударил. Вы видите? У меня предмет теперь мой работает хорошо. Раз, смотрите. Так, бери лопату на меня, вдвоем. Вот смотрите, я раз в него, смотрите, вы видите? А? Да хоть будет. И суть вопроса состоит в том, чтобы мы чувствовали вот это фиксирование. Продолжаем. Вот сюда. Yeah.
как на параде. Все, понял. Оно работает. Вот то, что вы все накручиваете. Thank you.
он делает защиту. Вы видите, что... Ну вот, она... Левый раз, смотрите. Опа! Опа! Вот этот момент ваш, который вы работаете... Ну, три дни туда. Смотрите. Я этот момент и вылавливаю. Я не успел, а вы что-то делаете. Делать. Смотрите. Вот это что мы должны делать. Вперед.